В эту субботу Светлана Боровская отправилась на кондитерскую фабрику. Секреты производства шоколадных бутылочек, особенности съедобных картин ручной работы и новогодние поздравления от изготовителей конфет в новом выпуске программы уже завтра. Включайте «Доброй раницы, Беларусь» со Светланой Боровской в субботу в 9:10. А я тоже теперь сотрудник перед началом работы. А, с 7 утра смена. А шапочку? Слушай, я вам скажу, в этой шапочке наши щечки, поверьте, это мы еще не съели ни одной конфеты. Света устала. Устала с утра работать. Давайте, включаемся.